Очень интересный, оказывается, момент здесь. Дело в том, что мы сейчас находимся на Мальте, и если вы видите, если это на камере видно, здесь видите, такой как бы типа туман стоит. То есть это частицы песка, то есть это в принципе песок. Вот он от ветра приносится. И оказывается, я сначала думал, что это просто туман, оказывается, это песок, песок, который приносится с Ливии. Вот такие вот здесь интересные моменты. Такая же тема примерно была на Канарских островах, когда мы были там. Кстати, надо эту штучку. На Канарских островах там приносился песок с Сахарой. Вот, и тоже поэтому были очень красивые, интересные, необычные пляжи. Такие вот вещи. Вот, занимаемся, как видите, посадкой деревьев, потому что бережем матушку, нашу природу. Вот. Миллион задач — посадить миллион деревьев за месяц, за день. Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.